Ну чё, все нормально, все слышно? Ой, блядь. Я все пипец. Он в текстуре стоит. Али в крови. Отлично, нормально. Скоро пункт назначения. Комфортнейший класс, мы ездим на поезде. Все, поехали. Прикованный. А почему я вас так слышу? Поехали. Я уже вышел. Все, пора. Не-не-не, мы по рации разговариваем. Куда нахуй спрятался? Ты видишь, он спрятался? Антоха, вижу. О, странно, эхо нету, а в бочке было. Пойдем. Что, громко не разговаривать? Серьезно? А что тут так стало слышно вообще по-другому, просто по-другому? Что там за пидор какой-то к нам бежит? Смотри, психи, не подходите. Кому? Ты что там психи стоят? Андрей, блядь, никуда не надо. Ну хорошо, чипсами. Ты что, дурак, что ли? Вот подойди, вот к этому подойди, вот к этому типу. Видишь, кому? Я уже не хочу к нему подходить. Да подойди, к бомбам не подходи, к бомбам не надо. А, вот стой, вот это можно забрать, да. Вот это можно забрать, все. Надо, короче, как-то сделать, чтобы по распознанию голоса было. Сейчас, подождите секунду. У меня переключился режим какой-то. Ой, блядь, меня кто-то пиздит нахуй. А ты когда F нажимаешь, короче, у тебя начнёт прибор нахуй. Сюда. Меня кто-то пиздил сейчас. Прибор это даёт. А ты в темноте будешь. О, Антоха! Серёга, сзади, убегай! Антоха, убегай от него! Прячьтесь! Быстрее! Давай! Я убежал. Чё? Хорошо, всё, давай. Бегай от него. Я понял. Он ко мне прибежал. Всё. Я умираю. Парни, я почти умер, Валя. Ой, блядь. Нахуй. Андрей, это нахуй. Зачем ты принес еще какого-то чувака? Я не могу, я съебался нахуй. Слышно? Все живы? Меня слышат. Сейчас я его на себя забачу, подожди.
Да-да. Ой, блядь, что-то нахуй. Подружка, не плачь, все, тихо-тихо. Я иду к тебе, подожди. Да у меня что? У меня опасность, у меня опасность. Хоть ты тут сидишь? Серёг, ты где? Это ты его зарубил? Нет, нет. О, вон он, бегай. О, блядь, ты. Подождите, умоюсь, не могу просто. Происходит, не понимаем. От кого прячемся? Просто от двух злодеев. Злодеев. Что за иногда приступы какие-то происходят такие? Короче, у меня психотропная хуйня. Мне нужно лекарство срочно. Требуется отмычка. У меня прям психотроп пиздец какой жесткий. Мы, получается, прячемся от кого? От о, всех, да? Стой. От всех? Отмычку взял, подожди. Подожди, отмычку взял. Открывай, открывай. Ты чё? Живут? Всё. Да, ты да. С отмычкой. Чё? Куда ты забрал дверь? Я сдам. Вот ты сыщ. Убегает, дох. Ты это видел? Иди сюда. Какой призрак пролетел? Это давай, у тебя психотропная херня. Я не знаю как. Ты нахрена как забрал сразу две банки? Ну ты... Ты че? А, ну спасибо. Иди сюда, блядь. Я перед тобой, блядь. Хорош, блядь. Нормально. У меня психотроп, пиздец. Сейчас тебя найду, подожди. Так, где Серега? О, блядь, нахуй. Сам же этот аптечку открыл, забрал все два лекарства. Серега, давай, выходи. Я его на себя отвлеку, давай, выходи.
выходи, Серега, беги. Антоха, прячься. Прячься, Антоха, быстрее. Он за мной бежит, пидорас этот. Давай, 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 прячься сюда. За... Ой, блядь, еще один нахуй. Как использовать это лекарство, блядь? Правой кнопкой мышки. Это когда крыша едет, тогда только можно пользоваться. Вот он идет. Это я зашел, вышел. Найди в очко психотропно. Все, все, давай, давай, сюда идите. Все нормально. Да это я хожу. Нет, вон он ходит, блядь, я увижу. Ну, он там ходит, пускай ходит. Так, отмычка. Так, нам надо туда пройти. Вот она. Я нашел ее. Все, я от психотропа избавился вроде. Надо добраться до комнаты охраны. Сука! Ох, ебать! Беги, беги, беги. Ебанка, ты убийца, что ли? Беги, беги. Ко мне, куда ты ко мне бежишь? Убийца, блядь. Убей его. Я в туалете спрятался. Да кто орёт? Кто открыл дверь, блядь? Это он открыл дверь, сука. Тихо, тихо. Он через рацию слышит нас. Слышат меня, сука, тихо, блядь. Блядь. О, блядь. Вали. Он идет к вам. Я побежал. Блять, у меня психотроп, ебаный.
я-то чё? Это не я, блядь, дурак! Это... Ты чё, блядь? Это не я, нахуй! Меня там нет, дебил. Мне лекарство нужно срочно. Я в комнате охраны, но что мне надо найти, я не знаю. Опа. Бутыль. Да. О, блядь, нахуй. Ёбаный в рот, нахуй. Вы там живые, нет? Алло, вы живые, нет? И нет? Тебя можно спасти как-то можно. Нужны все три игрока. Давайте сюда, идите. Идите сюда ко мне. Сейчас я за вами приду. О, он бежит ко мне, блядь. Валим, валим. Убегай, убегай, убегай. Блядь, я ничего не вижу, нахуй. Я вообще ничего не вижу, блядь. Быстрее, быстрее, быстрее. Там сзади было. Короче, сейчас за мной надо идти. Почему я поставил на последнюю жизнь, блин? Я потому что иду квест выполняю. Блять, ну это вообще просто заколотная игра, блять. Пойдемте. Слышь, Серега, очкун, выходи. Очканавт, давай, Серёг. Вышел, блядь. Пойдем. Пойдем сюда. Блядь, там ничего не вижу. Смотрите, тут могут быть челики. Вон он стоит там. Тихо. Тихо, он там стоит, тихо. Вот он идет. Я убегаю. Я убежал от него. О, блядь! О, тебя надо спасать, слышишь что? Около меня аптечка, вы сегодня поднимете, и сразу есть, я подлечусь. Андрей, не надо так, подожди, уйди. Смотри, у тебя, блядь, не заорать. Короче, это дело, потому что пиздец, нахуй, страшно. Сейчас, Антох, приду. Да, слышно, ну, блядь, ты ко мне подползал? Тихо. Ах ты ж, сука, блядь. Я убегаю.
Так, подожди. Теперь как, надо заново заходить? Серег, давай, нужно ко мне подойти сюда. Я не могу, он же там стоит в коридоре. Да пробеги через него, да и все. Я ж пробегаю, уже 10 раз сюда набежал. Он к тебе пошел, он к тебе пошел. Сейчас я отвлеку на себя. Давай, иди, иди сюда. Побежали, 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 побежали. Побежали, Серега, ты чё, блядь? Он у меня здесь рядом. Серега, давай, 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 Серега, сюда. Серега, я отвлеку его и заходи в эту ебаную тумбу, блядь. Ты задолбал, блядь. Давай сюда. Давай, заходи сюда. Подходи, подходи сюда. Наконец-таки мы эту зоохуйню сделали. Собрано плаков. Видишь? Это пиздец, ну. Доберитесь до стукача. Пойдем. Так, а как Антоху возродить? Да, слышим. Я не знаю. Да нормально, без меня. Давайте, я смотрю. Ладно, чтобы слышали, просто все. Какую-то в пустоту хвалю и все. Так, Серега до стукача добрался, да? Короче, Серега. Да иди, Серега. Короче, нам нужно генератор включить, блядь. Че, давай заново, да, Антоху. Да, как Антоху возродить? Как? Да, слышно тебя. Да. Как его возродить? Никак не возродить.
начнем? Давай, давай. Да тут пройдите, мы сейчас уже знаем, что сделать, и быстро пройдем эту, так что это похер. Давай по новой. Выходим. Я вышел.